Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я снимаю прокачку ПК. Спустя полгода. Именно так я начинал выпуск со Стейзи полгода назад. Так уж получилось. Пандемия, ничего нет, ничего не привозят, и задержки не только девайсов и товаров, и выпусков. Но я надеюсь, что сейчас все стабилизируется, и мы сможем снимать ее чаще. Давайте я вам расскажу, что вообще произошло. Что я вообще сейчас записываю? Зачем? Вот, то есть, вы смотрите ролик прокачки ПК. Зачем он кому-то дарит компьютер? Он же дурак. Ребят, есть канал большой. Ну, мы. Так уж получилось. И мы интересны спонсорам, рекламодателям и так далее. Они хотят показать новые свои девайсы, новые свои кресла, новые свои компьютеры. И мы это показываем. А я за это деньги не беру. Я просто беру эти продукты, рекламирую и дарю кому-то. Имея такую возможность, я дарю не просто так, выбираю кого-то. Так было раньше. Сейчас я выбираю перспективных игроков, которых мы хотим ожидать в FPLC, на про-уровне и так далее. Мы ищем легенд, мы ищем талантов. И это самая главная задача. Я хочу продвигать молодых людей. Так мы уже продвинули Фандера, сейчас его смотрит достаточно человек. Продвинули Чая. Конечно, по зрителям он уступает, но тоже стал стримером. Последний выпуск прокачки был со Стейзи. Его тестировали Форс, но что-то пошло не так. Сейчас я не знаю, что с ним происходит. Но я надеюсь, что он сможет чего-то добиться. Но пока результатов нет, к сожалению. Пока что у нас плюс-минус нормальный винрейт по прокачкам. То есть мы выбираем тех людей, которые продвигаются. И я надеюсь, что сегодняшний наш герой тоже не подведет и чего-то добьется. А не будет лениться и ничего не делать. Так не надо делать, пожалуйста. Окей. Я вам объяснил вообще, что это такое, что это за рубрика для тех, кто здесь новенький. Сейчас я вам покажу, что я буду вообще прокачивать. Это монитор 360 Гц. Я только недавно понял, что это говно лимитированное. В плане, в России их очень мало из-за пандемии, и тем более вообще поставок было очень мало. Поэтому их, ну, штук 15-20 в России, это без шуток. Но так как я его взял, у меня освободился 240 Гц. Вот он, который тут валяется. Так уж получилось... Он мне не нужен сейчас, поэтому я подумал, зачем покупать новый, если я могу отдать свой старый нашему герою. Я его предупредил, он согласился, сказал, даже так лучше. Поэтому монитор 240, я даю свой. Давайте приступать. Мы начинаем выезжать. Мы едем в как... Вообще, мы выезжаем из Питера в Ленобласть. Погнали. Мы приехали. Сейчас ждем нашего 14-летнего таланта. Ему 14 годиков, он только недавно начал ходить. Говорить, и он уже проигрок. Ну, пытается им стать. Мы поможем ему это сделать. Кстати, интересный факт. Насколько цен тег на Сабершоке? Первый его вопрос был, после того, как он понял, что он в прокачке, а мне выдадут таланты на Сабершоке? Ребят, понимаете, насколько это приятно. Мы не выдадим, бро. Какой талант, чувак? Я с ним, кстати, играл. Я посмотрел историю. Он даже на стримах у нас играл. И есть у меня в друзьях на фейсте. Привет. Стрёмно? Да. Почему? Не знаю. Так, вот все твои вещи. Короче, смотри, вот монитор твой, твой компьютер. Чё? Ну все, можешь забирать, мы поехали. Пока. Так, ладно, все, неси тогда. Мы сейчас с тобой пойдем. Наконец-то мы поднялись к Артему. Давай еще раз поздороваемся. Он уже показал свое рабочее место. Вот как все у него выглядит. Скажу сразу. По девайсам, по всем остальным моментам у тебя не все так плохо. По креслу у тебя что-то наподобие офисного. Знаешь ценник? Да, косарь. Косарь? 1000 рублей, ну для 1000 рублей это шикарно. Сейчас мы попробуем сесть, поиграть и посмотреть, реально ли мало FPS, реально ли сложно играть. И еще, тут есть учет. Мониторы здесь 144 Гц. BenQ. Поэтому сейчас посмотрим, они реально есть или из-за FPS картинка не чувствуется. Посмотрим, нас обманули или нет. Все, чуваки, проверяйте, у него скины на 4000 рублей. Я чувствую себя обманутым сейчас. Девайсы за 6, клавиатуры за 6, мышки за 3. Я не знаю. Монитор за 49. Ну, 25, ладно. Ну, кстати, давайте дадим должное. Игра заела. Вот, смотрите. Просто ничего не делает, ничего не происходит. Все, игра заела. Она уже так третий раз заедает. С процессором проблемы у тебя получается. Я сейчас сижу на кресле за 1000 рублей и понимаю, что оно удобное, максимально удобное. Честно, а что еще нужно? 1000 рублей, оно что, бэушное? Да. А, бэушное было? Да. А, так, смотри,
Мы включаем компьютер уже в третий раз, он не запускается. И плюс, из-за того, что здесь нет SSD-шника, мы ждем уже минуту, пока он загрузится. Если возьмем эти факты, то да, что-то у него, что-то не так с компьютером. А так, пока более-менее. У тебя FPS 150, да? 150, да. Чувак, это адекватно? Да. Мы ждем уже минуты 3. Ребят, смотрите, я сейчас запустил КС-ку. Просто навел на КС-ку, вот, смотрите, и все. Комп заел, мышка лагает. Этот комп не работает вообще. Так что я не вижу смысла его даже включать. Я хотел проверить, сколько будет FPS в CSGO, типа он меня обманул или нет, что у него 150. Но я вижу, что он вообще... Это удача, если у него комп запустится. Мы реально ждали минут 6 или 7, пока он запустится. Мы два раза его перезагружали. Ну, с компом реально беды. Да, выключай, чувак, я не могу в это. Смотри, она реально путешествует. Чуваки, смотрите. Короче, меня раздражает он. Ладно, давайте приступать к прокачке. Сейчас мы ему все поменяем и поставим вместо HyperX лучше так. Ну что ж, а вот и наш подгонщик. Это клавиатура G413. Это проводные G Pro X. И это беспроводная мышь G Pro Wireless. Очень приятные коробки. Боже, Logitech. Человек, который занимается коробками Logitech. Чувак, ты лучше. Ты очень похож на Apple. Очень все аккуратно. Я почему-то сравнивал Logitech с Apple. У них реально такой же подход. И это не по ТЗ, если что написано. Ну а также я заказал веб-камеру, чтобы он мог себя попробовать в стриминге. Такие вот дела. А вот и кресло. Кресло, которое называется Duke Aerocool. Если что, мы это кресло дарим уже в третий раз. Из 9 прокачек 3 раза было именно это кресло. Ну что ж, я предлагаю начинать распаковку и заменять девайсы. Делать прокачку. Погнали. Вы сейчас 14 лет, спустя месяц тебе будет уже 15, и потом уже подождешь еще год, и будет возможность играть на Shell TV и так далее. Ты понимаешь, какие сложности могут быть, какие у тебя вообще ожидания того, что будет у тебя проходить в этом году? Ну, по сути, у тебя остался один год. Да, я сейчас планирую фасик нормально, до 3500 его хотя бы дойти попробовать, а потом квал, наверное. Если что, Чай говорил то же самое. Ну, сорвалась. Да, и какой шанс того, что у тебя не сорвется? Ну, Чай был, ну, как бы помладше Чая, и поэтому, как бы, может, перспектив больше. Я не знаю, как сказать. Насчет перспектив, я часто спрашивал питерских игроков, если что, мы в Питере находимся, я искал именно Питер. Почему я хотел сделать? Потому что... Не хотел ехать куда-то, ладно, на самом деле. Ну и плюс, мне сказали про тебя о том, что ты сейчас не самый сильный игрок, но у тебя есть перспективы. У тебя есть перспективы чего-то добиться. Почему они так говорят? Ну, потому что 14 лет достойно играем. Я взял тебя, потому что все-таки ты очень маленький. У тебя есть еще очень много времени. Ты можешь, по сути, целый день играть и засыпать. И только из-за этого ты можешь вытянуть и выиграть, по сути, своих как раз этих оппонентов. Наушники Logitech G Pro X — это те самые наушники, которыми пользуется сам Simple. Большое количество людей на просцене используют именно эти наушники, и, как мне кажется, они довольны. Клавиатура G413 — та самая легендарная клавиатура, которая не была еще у Simple. Это механическая, с голубыми свечами. Поиграв на ней, вы ощутите те самые эмоции победы на мажоре. Мышь у нас Logitech G Pro Wireless, и опять же, Simple играл на ней, и ему все нравится. А почему играл, потому что вышел Superlight. Чуть поновее версия, но это не исключает того факта, что G Pro взорвала рынок, и большое количество людей реально перешло на нее. Но сейчас самое главное, это сам компьютер, поэтому я готов его распаковывать. Light Flight, спасибо еще раз за гребаный компьютер. Они обновили некоторые моменты. Если у них раньше был такой же коврик, только размером вот такого, то они сделали его больше. Но этого недостаточно, поэтому Light Flight, я надеюсь, что в следующей прокачке он будет вот таким. Потому что, камон, я прокачиваю кейсером, нужен кейсерский коврик. Так, вот и наш компьютер. Ну и плюс, понятное дело, коробочки, всякие гарантии и так далее. А то, что у нас тут будет. Он такой маленький, кошмар.
Вам еще в подарок идет повербанк от Light Flight. И, кстати, давайте подробнее про Light Flight, вообще, что это такое. А то показываю вам и не объясняю. Если что, это уже третий компьютер, который подогнали Light Flight. Фандеру, Стейзи и сейчас Мази. Вы на этом сайте можете выбрать уже готовую сборку, либо собрать свою. Это все очень удобно делается, и можно посмотреть даже, какой FPS будет в CSGO. К примеру, вот тот компьютер, который мы подарили, 78 тысяч рублей. Ну и, понятное дело, вы можете что-то дорабатывать, к примеру, добавить Ryzen вместо Intel, либо поставить i7 девятого поколения. Ну или же посмотреть чужие компьютеры, за 245 тысяч рублей вы получите FPS 400 в CSGO. Кстати говоря, как-то странно, я думаю, что даже больше с таким процессором и видеокартой 3080. Ну и в группе ВКонтакте Light Flight сейчас проходит конкурс. Вы можете принять участие, где разыгрывается просто лютый компьютер и девайсы. Вам нужно всего лишь подписаться на паблик Light Flight и сделать репост этой записи. Нажимайте сюда, на свои стенки и поделиться. Все, после этого момента вы становитесь участниками этого конкурса. Всем желаю удачи, мы идем дальше. Ты понимаешь, что это уже девятая прокачка ПК, и около 4, я не знаю точно, они были для опытных игроков. Ты вошел в этот список. И трое из них чего-то добились. Какой у тебя вообще план? Ты хочешь быть стримером? Вот если просматривать Фандера, то он стал стримером. Там была ситуация с нашим составом, то, что мы его не открыли. Там была ситуация, то, что мы его не смогли позвать. Но он в итоге стал стримером и его устраивает. Если ты себя воспринимаешь как... Ты себя видишь как стримера или проигрока? Проигрока. Я сейчас буду стримить прем в свободное время. И так, наверное... Пробовать в полце квалы залутать. В полце квалы залутать? Да. И у тебя что для этого есть? Ну, у тебя какие шансы вообще на это? Я в полце квал? Да. 100%. То есть попасть в полце квал у тебя 100%? Ну, может не сейчас. Короче, да, 100%. То есть я когда-то попаду 100% в полце квал. 100% прямо за. Ну, в полце квал, хорошо, а... В 15 лет, да, 100%. 15 лет. В 15 лет? А, ну, через месяц, да. Слушай, давай ты сейчас обещаешь это? Что, в полце квал? То, что ты попадешь в полце... Подожди, в полце квалу, это же... Это топ 100 према. Я про это говорю, что я туда 100% попаду. Топ 100 према? Да. FPLC квалу — это топ 100 према. А FPLC? FPLC — это топ 5 квалу. А я тебе говорю, FPLC, ты должен попасть в FPLC. Ну, я попаду, но не сейчас, наверное. А сколько тебе нужно? Может, к 16. К 16? Год? Да. Чувак, ты рофлишь, что ли? Может. Год подниматься? Там же не только... У тебя были хоть попытки попасть сюда? Нет. Что-то как я подзабил на это. Поэтому я и сейчас хочу. Я не знаю, слишком мало шансов. Ну хорошо, полгода. Полгода. Все, даешь полгода. Да. Ну, короче, 1 января. Ой, 1 июня. Да. Все, 1 июня у тебя должен быть FPLC. Да, попробуй. Если не делаешь, значит, это пустослов. Пустослов получается. У тебя есть все для этого, просто все. Если ты не апаешь FPLC, значит, я ошибся. И ты не достоин был этого компьютера и всего этого. Договорились? Все, давай. 1 июня, FPLC. Ну что ж, мы собрали все, что нужно. И я думаю, что лучшим решением показать вам, что это за кресло и что оно из себя представляет, это спросить уже наших участников прокачки ПК их мнение про это кресло. Кресло Aerocool Duke. Ребята реально делают очень комфортные кресла и за хорошие ценники. Если меня спрашивают, какое кресло купить за тот ценник, который они предлагают, ребят, это 100% они. Это кресло мы установили за 15-20 минут. Очень все быстро и, самое главное, надежно. И лучшие рецензии, которые может быть, это если вы увидите мнение других участников прокачек ПК. Сейчас у вас на экране мнение Стейзи по поводу этого кресла. Ну и, соответственно, чая. Всем привет, я пользовался креслом Aerocool Count приблизительно полгода, и сейчас меня попросили оставить отзыв об использовании этого кресла. В целом, оно мне понравилось. Оно очень большое, широкое и очень-очень мягкое. С этим креслом можно не только играть в компьютер, но можно также отлично поспать на нем. А сейчас из-за проблем со спиной и неправильной посадки с компьютером мне все-таки не хватило боковых поддержек, и это кресло я отдал своему брату, но в целом... Использование этого кресла оставило у меня положительное впечатление. Спасибо. Окей, по креслу оно очень симпатичное, это в любом случае. Ну и, понятное дело, по комфорту тут все хорошо. Ну и сейчас давайте я сделаю первый запуск этого компьютера и посмотрим, насколько это классно выглядит. Первый запуск его в жизни. А, мы забыли включить блок питания. Первое включение в его жизни гребаной.
Камера офигела от этой подсветки. Ну что, красиво, правда красиво, я такую впервые вижу. Пацаны, посмотрите, как это симпатично. Симпатично, очень симпатично. Очень симпатично, правда, очень. Так, я не могу на это смотреть, тут 60 Гц включено. Так, ребят, сейчас мы меняем настройки монитора. 240 гребаных. Применить. Ой, какая приятная картинка. О май, боже мой. Уже лучше. Так, запускай гребаный десматч и покажи, на что ты способен. Гребаный 14-летний мальчик, который играет лучше 90% моих зрителей. Зря я это сказал. Ребят, не слушайте. Можно минут? Ну сколько надо стрелять на ночь? Я просто его ранее. Слушай, да не важно. Ты сейчас не должен показывать крутой момент. У тебя новый компьютер, новые девайсы, новое кресло, новое все. Понятное дело, ты жестко не будешь играть. Да и, чувак, если сейчас ты... Это рандом. Сейчас я хочу увидеть твои эмоции просто. 240 Гц и все. О, чувак, я не ошибся с прокачкой, я не ошибся. А дашь поиграть, Влад? Слушай, нормально ты играешь. Нормально, мужик. Чувак, ты уже пообещал, когда ты в PLC будешь, поэтому без разницы, как ты сейчас играешь. У тебя сейчас на аккаунте очень мало часов, мало игр на фесте и так далее. В чем дело, что у тебя происходит? Месяц-два назад я деактивировал аккаунт свой мейн из-за большого устрика, о чем жестко сожалел уже на следующий день. Если ты себя воспринимаешь как... Ты себя видишь как стример или проигрок? Там надо было две недели, по-моему, доигрывать. Надо было просто мне там либо сидеть на жопе, либо по одной-две катки в день выигрывать. А я играл без остановки, там 600 ЭВО слил, может, и каток 25-20. Чтобы ты понимал, у тебя сейчас 2-300 ЭВО, это просто максимально мало. Да. То есть для прокачки 250, для прокачки опытного игрока это вообще очень мало. То есть, и, кстати, ты играл у меня на стримах. Да. Как это вообще происходило? Ты у меня в друзьях на фесте, оказывается. И в ВК. А как это получилось? Короче, Жадел есть, помнишь? Жадел, да. Вот, он задонатил тебе 100 рублей, по-моему, или 50, он сказал тебе, типа, чекни СПБ конфу, мы писали, типа, давайте мы сыграем с Жадел. Вот, но я там дропнул 30, ты меня добавил друзья на фейсите. Да, дропнул 30 на таком компьютере? Там, да, получается так. Ну, тогда было 300, да, когда ты еще видеокарту не менял? Нет, я имею в виду про Килы 30, или про что-то. Ну, у тебя же был комп за 300, ну, с 300 FPS. У меня не было 300 FPS. Чувак. Мне скинули пруф. Какой? Что у тебя был. Ты что, ты сейчас перед за неделю до поменял компьютер? Нет, честно. Мама клянусь. Ничего не менял. Хорошо. Вот, короче, потом мы пошли с тобой ночью играть, ага. Без стрима. Я ожидал, ты и опять тридцатку дропнул, говорю, Эрик, можно, как бы я тебя в друзья добавлю среди восьмиклассников? Это круто, ты сказал, 2500. Ты в восьмом классе? Да. Ты сказал, 2800. Ой, 2500 я его апнешь, добавлю. Мне тогда на тот момент было 200. Или ты не апнул 2500? Я апнул. Я апнул тебе. И в беседе тебя бокнула, сказал, типа, добавь меня, друзья, я скидываю тебе, скинь мне 2800. Серьезно? Да. Прикольно. Слушай, ты общаешься среди школьников такого же возраста и так далее. Назови три таланта, которые пробьются из школьников. МД, Кашлит и... МД? МД, знаешь? И у него еще 162? 262. А, вот, да. Это антираж, помнишь, так, типа? Слушай, да. А второй Кашлит через единичку, да? Да. И третий? Ну, может, Джейси. Джейси. Это потому что твой друг? Нет, потому что он сильный. Хорошо. А три у нас игрока есть. Окей? То есть ты ожидаешь, что они пробьются куда-то? Ну, думаю, да. Хорошо. Я поиграл сейчас минут 5 и понимаю, насколько приятно играть в CS на хороших девайсах. Я вам всем советую найти себя в этом году, научиться копить деньги и покупать девайсы и компьютер. Это очень важно. Играть в эту игру на 240 либо 144 Гц с хорошими девайсами и ПК — это большое удовольствие. Я не знаю еще, в какую игру можно играть с таким кайфом, когда у тебя такое железо. Да и, по сути, герцовка такая высокая, нужна только в этой игре. У меня такое ощущение. Либо я сейчас говорю бред, либо это именно так. По сути, я думаю, можно заканчивать. Я тебе завтра пришлю веб-камеру, чтобы ты ее поставил, бы начал бы стримить. Попробовал. Ты ни разу, да, не стримил? Ну, могу показать там. 90 FPS, камера. А зрителей сколько у тебя было? 1-2. Посмотрим, сколько будет. Ребят, 14-летний талант. Ссылка на Twitch его будет в описании, можете посмотреть. Хочу передать спасибо Кириллу Резнику, самому лучшему игроку этого мира. 3 миллиона IQ квадрациллионов. Просто гений игры. Ну а на этом заканчивается 9-й выпуск прокачки ПК. 14-летний талант Артем, надеюсь, останется талантом и
это не просто пустословие. Будем ждать результатов. Все его ссылки оставлю в описании, вы можете за ним следить, я буду обязательно это делать. Я думаю, что у нас будут с ним совместные стримы, совместные ролики даже, потому что я не знаю, как он до сих пор играет. Мне интересно посмотреть, на что он способен, тем более с таким хорошим ПК и девайсами. С вами был я, Эрик Шоков, прокачка ПК. Спасибо, кто смотрел, ждите новые выпуски. Ну и не забудьте подписаться на канал и у колокольчика нажать, получать все оповещения. Это очень важно. Пока!